Сегодня у нас 29 сентября 2023 год. Вот нахожусь на саманном огороде. Приехали тут на мотоблоке собирать помидоры. В основном зеленые. Ну и поспелые тоже есть. Нас ударил буквально дня два назад заморозки. В интернете показывал минус один. А так было, наверное, минус до трех, наверное, скорее всего. Вот с Игнатием Тихоновичем вдвоем приехали. Он на велосипеде, я на мотоблоке. Здесь вот у меня была тыква. Собрали. Вот ее морозы. Но мы еще до мороза успели собрать все. Если даже что-то где-то осталось, это уже не доглядели. А вот топинамбур стоит спокойно себе. Мороз его не берет. Ну как вам, Игнатий Тихонович, урожай? Я-то думал, помидоры убирать до счета, вот так и пришел, да ушел. А сейчас смотрю, это больше, чем картошка возьми. Давайте я вывалю, посмотрите. Это четвертое ведро вы набрали, зеленых. Четвертое? Да, зеленое. Только зеленое. А потом снова набирать ведра. Я подумал, что в мешке-то бы лучше было. Не, мы их подавим. А? Их подавить можно. За счет массы они друг друга подавят. Ну ладно тогда. Тут хозяин-то ты. Смотри, какая погода. Это пруд Комогорихи называется. Называется лагерный. А там, как видать, крестов. Видно? Видно. И там другой крест есть. Вот у нас я посчитал, где 9 крестов стоит. Охраняется. А вот посмотри, вот какая идет. Это морковка. И вон там за горизонтом скрывается морковь. Ну еще в деревне-то как жить? Не надо выглядывать. Ни с какими там химическими веществами нету ничего. Опилки привезенные, не знаю, помогали, нет. И здесь вон она скрывается где. Тут, еще перегной засыпанный. Перегной я сыпал, перегной. Вот это да. Это я еще пиджак-то ношу. Я его сниму. Я уже распарился тут. Это шланги для полива. Обещали Тюменцева. И никак нельзя было. Ну, Николай Георгиевич согласился, и поэтому переменили. На неделю раньше поеду. А надо было раньше еще в июле поехать. Я не покупаю, они дают. Но я говорю, если они на улице у вас, потому что я не буду подогревать, так как некоторые. Ну и как оно, Бог даст. Вот видишь, это уже никуда не годны. Вот всякие тут есть. Я по середке буду идти. Вот сюда можно, спелые, вот сюда. Да. Спелые. Видишь, какие? Пальчиковый называется. Вот она. Угу. Действительно пальчик. На пальчик похоже. Вот она. Во. Вот как так. Ну вот так. Так что... Это у матушки оставалась рассада, и вот сюда засадили мы ее. Вот это да. Ну, она с запасом всегда делает. Ох. Это сегодня у нас 29-е, наверное. Да, 29-е. Сентября. 30-е, а воскресенье 1 октября. Мы всегда 10-го уезжаем. Ой-ой-ой, и там капусты сколь. Ну да, я тут еще покажу. Новый сосед у нас будет, дай бог ему переехать. Верующий. И мало того, что верующий, так он на двоюродной внучатке женатый. Свой. Отец у него священником, я знаю. Хороший человек. Просто хороший. Дай Бог, чтобы здесь поселился он. Дом-то начали разбирать, но строиться нынче не успевают. Ладно. Давайте. Это вот столько вот помидор тут. Прихватил сверху ботву. Я первую ночь не закрыл. Ее прихватило сверху. А вторую ночь я уже все закрыл покрывалами. Там у нас специальные шинели, там палатки военные. Все это перекрыли. И более-менее помидоры на вторую ночь не замерзли.
Ну, здесь вот у нас еще вот, тут приезжала сестра одна, Ольга Матина. Вот она тут посадила. Это замечательно. Значит, тут редиска, всякую зелень, укроп тут. Это у нас вот еще мы половину, самую крупную свеклу собрали. Вот у нас еще вот осталось. Вот ту я спустил в погреб на весну. А остатки везем в городе. Там будем использовать. Вот здесь у нас капустка. В этом году я купил рассаду, не посмотрел, что она ранняя. Я почему-то думал, что белокочаны, они все поздние только. Она начала репаться и приходи. Сейчас вот порепану я убрал. Может, сейчас опять какая-нибудь порепа. Вон есть, да. Вот она. Но морозы, говорят, убивают всяких гусениц. Так что это она только на пользу у капусты. Слава Богу, Господь дает, трудишься над землей, вот она, свои плоды дает. Капуста хорошая. Нет, смотри-ка, есть гусеница, вот она. Так, ее отсюда. Ну, все убило, значит. Как говорится, есть исключение из правил. Всегда так было, тоже вот порепанная. Это мы каждый год заквашиваем капусту. Помогает мне в этом брат Игорь Дубунов. У него на дому там все это дело с морковкой. И у нас отлично все получается. Ну, даже что-то она загнила немножко. Все плохо. Один кочан что-то загнил. Ну, вот так вот, по милости Божией. Это уже сорняком начал тут активно все зарастать. Вот, а вот это вот, третья часть, наверное, грядки всего, это Надежда Васильевна у нас, посадили мы. Ее будет грядка. Даст Бог. Вот так вот. Арбузы сегодня в этом году у нас есть, но маловато, конечно. Но слава Богу и за это. Ну все, слава Христу. Аллилуйя.